Здравствуй, телерадио компания «Крымский экран». Фокина Полина, представься, пожалуйста. Глеб. Глеб, знаешь ли ты, что 5 октября отмечается День учителя? Знаю. Что ты хочешь пожелать нашим телезрителям-учителям? Здоровья, счастья, любви, хороших учеников, чтобы хорошо вели ученики себя и ставили им 5. Строгим и ласковым, мудрым и чутким, тем, у кого седина на висках, тем, кто недавно из стен институтских, тем, кто считается в средних годах, тем, кто поведал тайны открытий, учит роде добиваться побед. Всем, кому гордо имя учитель, низкий поклон и горячий привет.